Сегодня у нас 23 февраля, и к нам попала настоящий подарок для настоящих мужчин. Это игрушечка от компании Maesta, Twist and Shoot, робот-трансформер. Для работы потребуется 8 батареек типа 2А. Сейчас мы распакуем, все вставим и вам все покажем. Мы распаковали нашего трансформера, вставили батарейку. 2 в пульт, 6 в самого робота. В данном случае он еще пока не трансформировался. Нажимаем на кнопочку. Настройки идут на 3 волнах А, Б и С. Позволит вам, если вы купите несколько, 2, допустим, одинаковых, настроить их на разную волну, чтобы друг друга не перебивал сигнал. Так, ну как трансформируется, мы уже показали. Обратно. Вот так. Что же еще умеет он делать? Ездить. Ездит за вперед, разворачивается. Сейчас покажем, как ездит машинкой. Ну, теперь самое интересное. Также в наборе идут 6 присосок, которыми выстреливает данный автомобиль. Как вы видите, при нажатии на кнопочку на пульте начинается движение. Чтобы она начала стрелять, их необходимо зарядить простым движением. Начинает тогда выстреливать при нажатии на кнопку. Стрельба из положения робот. Уезжаем. Данная игрушечка станет отличным подарком вашему ребенку. Спасибо, что смотрите нас. До свидания.